Всем доброе утро! С вами канал Ксения UK. У нас сегодня, как видите, уже весна пришла. Очень чудесное утро, солнечное. Тепло, на улице, наверное, градусов 10. Я вот сижу у нас в саду. И наслаждаемся солнышком. Сегодня моя дочка не пошла в школу, потому что она приболела ветрянкой. И поэтому в школу нельзя ходить несколько дней. Она еще с прошлой недели приболела, но как бы еще не рекомендуют идти в школу сегодня и завтра, чтобы не заразить других. Мы сегодня с утра с сыном сходили в школу. У меня по понедельникам пианино, поэтому мы пошли, заплатили за пианино, даже если она не ходит, не пошла в этот день в школу, все равно нужно будет заплатить за этот урок. Поэтому пошли, заплатили. Сказали, что ее не будет еще пару дней. И завтра мы вообще-то улетаем в Украину на 2 недели. Мы отпросились со школы, нужно было взять форму специальную и указать причину, почему ее не будет в школе и на сколько дней. Поэтому я уже тоже эту форму отнесла в школу с причиной. Супер погода, вообще греет в ноги, солнце, в спину. Очень тепло. Итак, мы сегодня с утра с Джозефом отдыхаем в саду. Травка тепленькая, прогретая солнышком. Привет! Небо вообще, смотрите, какое небо. Голубое, голубое, голубое. Только я слышала, что еще на этой неделе, во вторник и в среду, еще здесь должен снег выпасть. Но мы будем в это время уже в Украине. Надеюсь, в Украине тоже уже потеплело, потому что я видела, что еще снег есть. Так хочется уже тепло-тепло весны. Так что наслаждаемся этой погодкой. Катайся. Молодец, получается. Уп, it's okay. Классно, да? Да, и везите меня. И везите. Нужно выйти на ровную дорогу, наверное. Пойдем погуляем. Джозеф, пойдем погуляем, ты покатаешься на скутере. Пойдем? Пойдем. Good boy, получается. Молодец. Ой, птички так поют обалденно. У нас так тепло, я в шлюпках даже вышла. Уже совсем раздеты. Катайся, давай. Я лечу в небесах, весеннее небо. Вот совсем недавно получила мои уже права водительские, временные, которые я заказывала онлайн. Здесь такой leaflet они дают, что можно заказать книгу, DVD или же приложение на телефон, по которому можно учить теорию и потом сдавать. И дается 20% скидки. Также здесь вот такое письмо и мои водительские права. Так, здесь у нас указано, не знаю почему, но здесь указано вот категория мопед, мотоцикл, машина легковая. И что-то вот в конце FKQ, я не знаю, что это такое. И дата с 21 марта можно уже водить. И по 11, что у нас здесь? Да, по 27 апреля 2055 года. Вот насколько даются категории эти. Потом вот здесь указано L, Provisional,
И я очень удивилась, они даются на 10 лет. Вот до 20 марта 2028 года. Здесь такая страшненькая получилась. Да, очень удивилась, что на 10 лет. Но водить с этими правами можно только, чтобы сидел рядом водитель со стажем. Кто-то сидел, например, муж мой, там, родители или еще кто-то. Вот самой нельзя. А так, если это вас не напрягает, чтобы кто-то с вами постоянно был, можно 10 лет с этими правами водить. Кстати, без никаких экзаменов, без ничего. Вот, подала онлайн и уже получила их. Ну, если ты не хочешь эти 10 лет иметь временные права, то, конечно, нужно сдавать экзамен теорию и практику. Я хочу в этом году все сдать, получить быстренько, и чтобы все сделать тик, который нужно мне. Вот так вот. Мне сегодня нужно уже паковаться, завтра мы вылетаем вечером. Еду я снова сама, муж не может, потому что у него работа. Поэтому я с двумя детьми, с коляской, с checked-in baggage, плюс еще ручная поклажа будет. Так что будет весело. И Джозеф этот раз, так как ему уже 2 года, у него будет личное сиденье. Раньше мы ездили, он у меня был на коленах, потому что он был до 2 лет. А теперь у него будет отдельное сиденье. Будет интересно. Будет сидеть, смотреть в окошко. Спасибо, ребята, что вы со мной. Желаю всем отличного настроения, теплой погоды, весеннего теплого солнышка. И увидимся в следующем видео. Всем пока!